папа был оленем, мама, наверное, оленихой. Но наши родословные этот вопрос не всегда. Значит, вы олень, олененок, значит. Сейчас будет опыт с жидким азотом, да. Смотрите, товарищи. Сейчас будет снежный фейерверк. И снежный потому, что мы не используем здесь пиротехнику. А далеко отходить-то от вас? Ну, метр на три. Если вы хотите, чтобы камера захватила весь масштаб нашего фейерверка. А взрыва не будет? Еще дальше дойти. Взрыва-то не будет? Взрыва? Не скажу. Чтобы вы не ожидали того, что вы увидите. Не расскажу вам всего. Но лучше, чтобы захватить полностью, если на следующий год сделать еще пару шагов назад. Итак, отойдем назад. Назад. А теперь считаем все вместе до трех. Раз. Раз. Два. Три. Ну, ребятки, с Новым годом. С Новым годом. Вас тоже. Спасибо.